Минуточку внимания, важная информация. Если мы наберем до Нового года 8000 подписчиков, тогда я сделаю конкурс на серию Родина РП на 8 миллионов. Также будет конкурс на Мазнике на 1 миллион. И также я сделаю видос, обзор моего рабочего стола и железа моего компьютера. Поэтому осталось еще немного, давайте попробуем все-таки добить эту цифру. Если наберем до Нового года, то все, что я сказал, я сделаю. Также не забывайте, что сейчас проходит конкурс на 1 миллион. Ссылочку я оставлю в описании на конкурс, участвуйте, итоги уже будут скоро. Даже как только набираем под этим видео 100 лайков, выходит новая серия. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Truly Play, первый сервер. Мы не Кирилл Путбулови, сегодня у нас в принципе будут такие тоже, можно сказать, будные. Наконец-то, я думаю, по названию ролика вы поняли, что сегодня произойдет, чуваки. Произойдет именно то, чего я давно хотел. Что именно? Это купить рецепт на шотган. Да, чуваки, наконец-то я подкопил чуть бабок, короче. Потому что, как вы знаете, я говорил в видосе, что у меня сейчас лежит там 4,5 миллиона, по-моему. В прошлой серии у меня было 4 миллиона 350 тысяч. Ну, короче... Ниже 4 миллионов я опускаться никак не хочу. Ну, конкурс, естественно, да, я дам лям, и у меня будет 3 миллиона. Но до того, как итоги конкурса будут, я не хочу 4 лям, ну, до 4 лямов опускаться, ниже 4 лямов, точнее, опускаться. Поэтому сейчас мы едем, в принципе, за рецептом. У меня в банке лежат деньги, и сейчас я там сниму, наверное, банкомат же должен там быть рядом где-то, в 24 на 7 заеду, сниму бабосики. 400 тысяч стоит рецепт на шотган. Я очень давно хотел его купить, но, блин, чуваки, раньше он стоил, по-моему, 200 тысяч, и, блин, 400 тысяч за шотган. Да, это очень охуенная пушка, какую я люблю, на самом деле, очень люблю эту пушку. Где-то, ну, месяца 4 я уже не стрелял с шотгана, на самом деле. Не, ну, стрелял мне чувак давал один раз, и все. А так, блин, теперь я наконец-то решил купить рецепт, потому что, что-что, но рецепт на пушечку, пацаны, лишнего не будет. В принципе, поэтому мы едем покупать ее. Находится это у нас все в батыре вот так. Я Ямаху взял, потому что мы поедем потом на ВЧ. Чтобы, так сказать, испытать ее в деле. Потому что, ну, надо к ней еще привыкнуть будет, к этой пушке. Потому что я с дигла только стрелял в последнее время. Поэтому нужен шотган. По-любому. Так, какие-то там парочка какая-то сидит. Сейчас вот проедем по бырику. Так, вот я уже 24 на 7, в принципе. Давайте снимем бабки. Снять и снимем 400 тысяч ровно. Снимаем. И все заебись. Так, давай, выходи теперь. Все, я снял 400 тысяч. Прими фому на зама ПЖ. Блин, извини, чувак, я тебе попозже отвечу. Хотя, можно спросить, где он сейчас. 66, 33... А ты где сейчас? Давайте спросим у него. Конечно, я... А, телефон не в сети. Но он уже вышел с игры. Да ладно. Погнали покупать рецепт. Блин, заебали админ из погоды играться, блядь. Пиздец. Ладно. Что-то по РП уже в такое время, блин, темно. Поэтому могли бы потемнее сделать. Так. Дробовики. Вот, боевой дробовик 400 тысяч стоит. Че, берем? Я думаю, берем, да? Все, мы его купили. 400 тысяч, блин. А, как по моему карману только что ударило. Но, блин, шотган это нужная вещь. Вот, боевой дробовик. Надеюсь, у меня металл есть. И 200 патронов. О, да, детка. Правда, у меня нету цвета на него. Но, может, рулетку когда-то покручу. Потому что там постоянно эта дичь упадает, цвета эти. Поэтому, я думаю, вообще легко будет выбить цвет на шотган. Но пока будем так гонять. Да, сейчас бы вертолет. На вертолете летать бы. Нормально, что. Так, по нашему способу заезжаем. Наравне салют, конечно, как рака. В принципе, но посмотрим, как он будет. Потому что я с дигла только, блин, в последнее время стрелял, и я хз, как я смогу с этой хрени стрелять. Кто там летает на этой херне? Генерал какой-то, наверное. Или хрен его знает. Так, я вижу вояку. Сейчас засуну ему в рот свою хуяку. Так. Ну чё, ёбаный фет. Сука, там сзади кто-то шмаляет. Ах ты пидор.
Сука, а чё все со спины любят стрелять? Блять, серьезно. Хотя я сам со спины только что чувака съел. Ну чё мы АФК уходим, а? Чё-то странно двигается на самом деле. Но минус один вояка. Ладно, хуй с ним. Hello, motherfucker. Сука, а чё он не умирает? Пиздец, просто. Просто пиздец, пацаны. Ну, серьезно, блин. Да. Разучился этой хуйней стрелять. Еще врач. О, врач есть. Давай. Лечи. Так, короче, я перезашел уже. Потому что мне нужны патрончики. Поэтому мы сейчас возьмем на базе у себя. 500, я думаю, вполне себе хватит. И металл надо взять. Давай, ёбаный в рот. Ну, берись. Мы пишем QQ. Блин, я что-то скрою. Сервер лагает, либо это у меня. Так. Все, полтинник. Киря стрим. Серия. Давайте с ним поздороваемся. В принципе, сейчас как раз покажу, кто не знает. Хорошо, я вас понял. Блин, я что-то пропустил или что? Короче, вот тут наша база находится, вот Карина. GPS, кто не знает, вот, пишется GPS, короче, и нелегальная организация, и последняя, вот, русская мафия. И все. Так, вот гелик есть, поэтому мы его и возьмем, я думаю. Короче, давайте сделаем, я 500 взял, да? Дигла сотку сделаем и шотгана 200 сделаем. Все, погнали. Так, вот я доехал до ВЧ, в принципе, второй. Потому что, во-первых, далеко ехать. Ну и тут попроще будет, я думаю. Тут меньше территория. Поэтому. Сейчас глянем. Что тут нас будет ждать. Так, на вышке никого нету. Это хорошо. Блин, они с калашом нормально стреляют на самом деле. Просто они калаши быстрее стреляют. Пока этот, блядь, мой дробовик стрелять начнет, то, блин, это будет очень-очень долго. Но сейчас попробуем еще раз. Я дилу с собой взял на всякий случай. Если чё. Надо, блин, кого-то убить и переодеться. Я думаю, это будет нормально. Так, тут кто-то у нас есть или нету? Так, здесь у нас никого нету. Ну, блин, наша суть не патроны воровать, надо кого-то захуярить. Поэтому погнали. Найдем военного какого-то. Так, надо без палева все делать. Так. Давай сейчас убежим. Просто хочу переодеться, чтобы, блин, они меня за своего, ну, думали, чтобы никто не видел, что я кого-то из них ливнул. Чтобы палева не было. Потому что, блин, хочется переодеться. Так, где там они бегают? Я не вижу. Пацаны, я не успел заснять, как я чувака убил, но я это сделал. Я переоделся, короче, все. Они могут сейчас меня за своего подумать. Давайте попробуем побегаем, в принципе, посмотрим на их реакцию. Они поймут, что я, ну, как бы, не свой или нет. Это будет реально интересно, я думаю. Поэтому сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, спалят они меня или нет. Давайте спросим. Так, что тут происходит? Так, что тут происходит? Я просто угораю, блин. Они меня спалят, что я нет? Не свой или не спалят, мне интересно. А за металлом они собрались. Понятно. Ну, пусть едут. Ну, пусть едут, хули. Лол. Так, тут вояка оно. Это, смотрите, сзади он бежит. Бежит мафия. Он спалит, что я свой или нет? Мне интересно, реально. Че, он спалит или нет? Когда ЗП? ЗП девятком. Понятненько. Без понятия вообще. Так, заходим.
Че, никого нету? Лол, он застрял, что ли? Лол. Подписчик, короче, застрял здесь. Бывает, чё. Прими Фому. Фейнвайт 77. Так, давайте выйдем. Пробуем еще, в принципе, попритворяться, что мы, типа, такие свои. На самом деле, блин, найти бы генерала какого-то, знаете, слить его бы, блин, да и покомандовать всеми. Это было бы реально очень круто, но, к сожалению, никого такого нету, на самом-то деле. Поэтому я хз. Поэтому я хз. Они бегают, тупо не выкупать нихуя. Вот это прикольно. Ууу, мусора едут, это плохо. Это очень плохо. Прям очень плохо. Мне это не нравится. Так, пацаны, тут ППСник бежит, я хз, что делать. Надеюсь, он не ко мне. Так. Что он хочет? Да кто, интересно? Бля, надеюсь, что меня сейчас наручники не денет. Что ему подсказать, ёпта? Сливать его надо. Все, мы его убили. Лол, блин. Как это весело просто, блин. Вы бы знали просто. Я в шоке, реально. Я просто в шоке. Просто мусора убили, блядь. Ай-яй-яй. Это жестко. Блин, просто без палева, понимаете? Вон чувак просто прибежал, ему похуй, блин. Хорошо, что меня особо вояки не знают, как бы. Хотя, думаю, лидер бы меня спалил сразу, ну, то все хуйня. Я хз, что делать? Так. Я свой, я мафия. Форму взял. Убиваешь вояку, подбегаешь и альт. Альт. Давайте я ему даже паспорт покажу. Покажу. Вот, видите, чтобы он видел, что я мафия. В принципе. Чтобы он убедился, что я свой. Так, давайте выйдем, еще побегаем, поугараем. Так, вот пацанчики забежали. Просто, блин, мне дрился в ВЧ, пацаны. Это вообще топчик, я считаю. Просто заебись. Если бы еще, блядь, нормально работал сервер, либо у меня что-то нормально работало. Ебать, тут вояк, надо своему помочь, короче. Так, давай, давай, заходи. Давай, давай. Ну, зайди. Михаил Фокс. Это свой или нет? Так, стоп. Я запутался. А. Сори. Перепутал, блин. Мы уже тут просто оккупировали. Просто оккупировали, вы че? Я в шоке, реально. Тупо все переоделись, короче. Так, это свой, по-моему. Женя. Да, это не свой. Чё, дебил? Ебать, пидор, ты чё, охуел? Кто ОПГ? Придурок, блядь. Взял мне хп с него, сука. Крыса ебучая. Дай игрушку. Давай, дам. Селгун 77-101. На. Бери пушку. Быстрее, чувак. Палево. Спроси командира. Так, стоп. Это военный или нет? Финт. Радмир. Ра-ра-ра-ра. На R никого нету или есть? По-моему, нету.
Так, иди сюда. Иди сюда, бля. Минус один. Это, по-моему, не наш был. Ну, я фильм смотрел, это не наш, по-моему, был. Ебать, тупо это жестко, пацаны. Это реально жестко. Просто выносим их жестко, блин. Лол. Это так круто, это когда не палишь, что это, ну, типа, ты ОПГ, ну, в мафии. Это реально очень круто. Просто больше без палева замочить. Так, чувака все повысил. Так, тут еще вояки есть или нету? А вон вояки, короче, бегут. Сейчас, блин, у генерала жалко никакого нету. Было бы реально круто. Просто очень круто было бы. Если какого-то генерала найти, это было реально бы топчик. Я думаю. Поэтому посмотрим. Так, это кто у нас тут вообще? Минус один. Так, один АФК ушел. Так, надо его захуярить. Хуярь его, давай, давай. Это вообще кто такой, Леня какой-то? ЖБ хочешь? Лол. Они не знают, что мы мафия просто, блин. Так корно, серьезно. Просто ору. Ору. Именно ору. Ебать, чувак, амикадзе. Давайте его. Блин. А, не попадаю, блин. Так, вон выбежала вояка, походу, да? Давайте его замочим. Просто убьем его. Пиздец просто. Ну дауны, блядь. Ладно, в принципе, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не подписан, ставьте лайки. Всем пока-пока. From the